мы можем ожидать 200 килограмм толчки. Как прошла подготовка? Мы можем ожидать 200 килограмм толчки. Потому что в последнее время тенденция такая, рекорды. Стремитесь, готовитесь именно вот на Европе? Нет. Нет? Просто едете, чтобы хорошо выступить, выиграть, да? А желание есть перейти рубеж 200 килограмм? На тренировку? Перейти? Да. На тренировку пробовали толкать? Нет. Только 195. То есть это будет, если это произойдет, то, наверное, на соревнованиях, да? Если когда-нибудь, может быть, до этого еще дожить надо. Это такая цифра, пока нереально не достигла вообще, пока никто ее не достиг. Так что об этом вообще еще рано говорить.